езжу по этой дороге уже 7 лет. Вот здесь существуют две вот такие дырки огромные. Наверное, из-за проезжающих грузовиков, которые разбивают дорогу тяжеловесные, они с песком, с карьера. Вот одна дырка, вот другая дырка. Дорога принадлежит Каблуковскому сельскому поселению или городу Твери. И вот что делает или Тверь, а скорее всего Каблуковское сельское поселение. Они вынимают дорожный знак с указанием города Тверь и хотят переставить его вот туда, вот, где второй человек копает. Чтобы эти дырки не принадлежали Каблуковскому сельскому поселению, а принадлежали городу Твери. А вы говорите, он нам не Димон. У нас он границы города отодвигают на раз-два. Сейчас пойдем спросим. Здравствуйте. Никто, просто проезжающий мимо. Скажите, пожалуйста, а что вы делаете? Знак переносим. А? Знак переносим. А почему? По дислокации. Он неправильно стоит, да? Да. И это не город Тверь? Это не город Тверь. Это Каблуковское сельское поселение, правильно? Да. А для чего вот вы решили именно сейчас его перенести? Скажите, пожалуйста. Я на этот вопрос не могу вам ответить. Почему? Потому что по дислокации он здесь не должен стоять. Ну вот я по этой дороге езжу 7 или 8 лет, а он всегда здесь стоял. Почему вы сейчас его переносите? Мужчина, куда вы уходите? Подождите. Я не хочу, я понимаю. Ну ответьте, пожалуйста, спокойно. Спокойно, не надо чужое имущество хватать руками. Ответьте, пожалуйста, почему вы это делаете? Пошел ты. Все, вам больше нечего ответить? Я тебе не обязан отвечать. Не обязан, я просто вас спрашиваю. Здравствуйте, а Дмитрий Альбертович, можно увидеть? Это я, пожалуйста. Здравствуйте, Алексей Косарухов, Твериград, это телеканал «Пилот». А мы хотели поинтересоваться, вот перенос знака «Тверь» на границе Каблуковского сельского поселения, с чем связан 5 числа на 60 метров? А я даже не в курсе. А где его перенесли? Ну, со стороны Твери, если ехать по дороге. Раньше знак до 5 числа стоял в одном месте, а потом его перенесли в сторону Каблуковского сельского поселения на 60 метров ближе. Тем самым ямы на дороге попали в черту Твери, которые раньше были в Каблуковском сельском поселении. Ну, во-первых, Каблуковское сельское поселение за региональную дорогу, за это прямую ответственность несет. Это дорога подчинена Дорфонду. Дорога называется «Первый класс». Да, ты, Сергей, в смысле, вот остановка. Вот, да, к остановке подъедь, а дальше продлить. Вот остановка, вот. Вот так сделаешь, да. Вот границы СНТ, да? Вот остановка. Бери пока это, Окс.
Во. Вот эта остановка. У нас здесь стоит наш знак Кабуковского сельского поселения. Граница города. Ну, сколько метров здесь измерить можешь? От остановки.